Анна Петровна была в партизанском отряде, а потом в спецгруппе, выполнила спецзадание разведотдела штаба фронта 2-го Прибалтийского, а потом 1-го Украинского, десантировалась в тыл врага, победу встретила на Курлянском полуострове. Ее мужество отмечено многими наградами за успешную работу в Латвии, получила первый орден солдатской славы. Анна Петровна, как и все жители Донецкой Народной Республики, ждет скорейшей победы, которая имеет особую значимость. Она сделала очень важное обращение, которое не оставит без эмоций никого. Одной было мало, так вторая прошла ко мне война. Вот прошла вторая война, и так мне тяжело ее переживать, как только выстрел. Я знаю, это где-то кто-то погиб, кто-то говорит, что-то разорено. Бритка взрывается. Так вот, мы одной хватило. Бесчеловечная война. Это ж надо, стреляют друг в друга. Вдруг, главное, отец сына. Даже так бывает, что одна семья так, другая так. От вас вот услышать напутствие нашим молодым защитникам, от вас, человека с таким большим опытом. Надо иметь светлую голову и большое сердце. Большое сердце, чтобы все сердце все понимать. И через мозги, чтобы пропускать. В свою очередь мы хотим поблагодарить Анну Петровну за ее гостеприимство и пожелать ей в первую очередь здоровья. Знайте, что каждый из нас благодарен вам за то, что вы сделали, за все те усилия, которые вы приложили, чтобы создать для нас самые лучшие условия для жизни. Наталья Синявская, Яна Баша, Эрван Костель, специально для Новороссия ТВ.